понимаете, Михаил Ефремов будет сейчас. Автоавария чудовищная произошла, и поэтому я в шоке. Вероятно. Сколько вы выпили вчера? Не помню. Где вы пили? Я не хочу с вами разговаривать. Михаила Ефремова отправляют домой. Он признал свою вину, сколько ему светит в итоге и что будет дальше. Испытание природы. Там, кулак летит. Машины. Все бьют машины. Мы все умрем. Пока Питер заливает, а Москву жарит июнь, фермеры бьют тревогу и боятся остаться без урожая. Кто последний за красотой? На неделю, на две, на месяц. Все расписано, все битком. Как открылись парикмахерские салоны в городе, покажем. Очереди туда лучше не занимать. Ушел по-французски. С Джорджем Флойдом попрощался весь мир, где еще бушуют протесты после убийства мужчины. Оценим географию в рубрике «Москва и мир». Вот Крым готов видеть туристов уже с 1 июля. Обсервации обещают, что не будет. Круг ограничений озвучим. Но, как вы понимаете, друзья, картинка и текст у нас сегодня почему-то не совпадают. В прямом эфире Мария Рыбакова. Доброе утро! Немного нервно начинается выпуск в 7 часов утра, но я уверена, в течение ближайшего часа мы сможем исправиться. Итак, главное новое.